Так, чё, всем здоров. Продолжаем играть Diablo 2, Lord of Destruction. Как и говорил, я побегал на графиню в подвал этой башни. Ну и подкачал 13 уровень. Вот что с нее выпало. Несколько камней, руны, все с нее нафармил. Вот, ну чуть-чуть денег. Игр поиграл у гида немножко. Вот, ну, в принципе, ничего особенного. Продолжаем дальше играть. И искать Хорадрийский Малус в казармах. А, да, пока качал, я дошел до этой все-таки штуки, блок оружия. Я остановился в очередной раз, когда бежал на графиню, просто встал и посмотрел, как ее будут бить. То есть там подбежали два желтых таких чертика, я не знаю, как они называются, правильно, падши или как-то так. И все, я ничего не делал, смотрел на анимацию. То есть, когда чертик этот попадает по ней, и у нее прокает эта штука, она выставляет красиво катар в сторону, так, типа отбивает его атаку. Я думал, что никаких анимаций здесь не предусмотрено, что это просто, ну, по ней будут реже попадать, но анимации не будет. Нет, анимация здесь есть. Вот это очень круто. И что? Ну, больше ничего, в принципе, и не было. Черное болото. Ты можешь еще разок на графиньку сбегать, пока здесь. А, давай сбегаем. Заодно покажу, как я бегаю. Так я подбивал тут некоторых. Вот такие вот чертики желтые. Вот здесь, в этой комнате, вот где призраки эти. Какой-то раз может повести. Какой-то раз может повести, и там может попасться это. Чемпионы эти призраки, они все синими хп, то есть с них и дроп лучше, и опыта больше. И вот тут я качался вот так. Пробегая эти этажи. Я не сильно много раз пробежал. Около десятка раз, может быть, где-то так. Тут всегда респаунится пачка лучниц. Шутить с ними не стоит, потому что они могут убить довольно-таки быстро. Да, и крит. Ого. Крит этот получается, который, блять, баф, который мастерство когтя. Он распространяется и на катары, то есть владение на оружие, которыми владеет класс ассасин. Не могу я ее ассасинка называть, ну не знаю. Ну, ассасинка. На катары, когти и прочее, вот что для нее вот это вот баф работает, оказывается. То есть вот это, вот это и вот это стопроцентные штуки, которые нужны. Ну, я играю, понятно, что тут немножко, что ты несешь хуйню, это и так понятно. Ну, кто это все знает, тот молодец, может взять смолки пирожок, я этого не слышу. Для меня это все новое. Ой-ой-ой-ой-ой. Так.
Вот зря я занервничал. Думал, меня развалят они. Блин. Ну ё-моё. Телепорт союза. А, сейчас сходим в город тогда. Я не могу нести больше. О, как раз, да. Ну, как я говорил, может. Может, но не хочет. В город сбегаем. Кайна пока нет. А, подожди, Кайн есть. Вот он. Добрый. Халява. Орден приветствует тебя. Наложение заклинаний. У меня заклинаний никаких она не накладывает. Может, какое-то она быстрое наложение умений. Те кольца для кастеров. Кто там, друид, там, некроман. Сорка. Вот и она, графинька. Здесь призраки, да, вот они. Тоже босс тут есть. Сверхбыстрое. Не такое уж и быстрое. Так. Тут бывает тоже респаунится лучниц сбоку. И козлики такие. А, ну вот они. Так, ну где она тут? Видно маленько, что не хватает дамага. Да пока. Я ее выманить хочу сюда. Че она не идет? Иди сюда. Все. Ну и все, сохранить и выйти, и да, и так далее. Погнал. Вот так вот я сюда и побегал. Маленько. Где он там? Да. Приветствую. Все, теперь погнали. Мало что-то таскать. Хорошо. А где этот вождь их? Ого, что-то их слишком много тут нареспаунилось. Ну его нафиг. Что там
от стаи отбилась. Красавица. Да, вот, правда, жаль, блин, игра, я сейчас, у меня разрешение, ну, картинка подстраивается под 16:9. Немножко так преобразуется. А когда записываю, вот я посмотрел, соотношение сторон 4:3. Все-таки игрушка старая, и никак не сделаешь. Давай. Приглушил. Это монастырь, по идее, должен быть. Ворота монастырские. А, так вот они. А, нет, это не они. Так, а тут есть телепорта, этот варп, да, вот. Хорошо. Ну что, катакомбы, да, или что там надо найти? Казармы монастырские. Кузнец охраняет. Мы посмотрим, насколько хватит кузнеца. Казармы. Рейтинг хотят 95%. Ну, вроде все норм. Ой-ой-ой. Ой.
Так, хорошо. Не видно нифига, камера так показывает. Так, это надо. Вот он. Тоже не видно. Ну и хрен с ним. Там стреляет где-то, и ладно. Так может играть. Убили. Так, ну да ладно. Рад видеть тебя. Чё за перспектива? Арктический удар. Так, оставим эту штуку. Вообще, по-моему, пояса не было никакого. Твою мать. Так и знал, надо было открыть этот самый варпик. Интересно, у нее есть что-то, что дает уклонение именно, додж. Просто пассивка на уворот. Ну, вон они все там. Ё-моё, вот это их там, конечно. Жесткие ребята, ну, за них опыта прилично дали. А, да, у меня вообще шлак стоял какой-то. Вот это нормально от холода. 40% уж, офигеть. Автоподбора золота нету, не помешал бы он. Его нужно отнести Чарси. Угу. Кроме Малуса, надо еще найти проход дальше.
Надо найти переход дальше. В тюрьмы. По-хорошему. А, нет. А что ты будешь делать, а? Блин. Вот он. Первый уровень тюрьмы. И уже попробуйте взять меня, демоны. Добрый вечер. Так, молоточек отдадим Чандесу. О, я так благодарна за возвращение хородрического Малуса. Что я могу сделать для тебя? Починить. Так, 5-10. Тянется с восклицательным знаком. Определенно. Чарси придаст предмету магическую силу. Так, подожди, это, по-моему, нужно обычное оружие, да? Обычный катар. Ну вот такой, давай, купим катар. И дадим. Но лучше, чем у меня. Андариэль. А в этой серии, думаю, я ее найду. Попробую ее убить. За кадром. Потом, может быть, на графиньку еще побегаю. Так, это куда у нас переход? Второй уровень тюрьмы. Блин, я не помню, сколько тут уровней тюрьмы. Вернее, какой он мне нужен, чтобы выйти в монастырь в этот. Поэтому, наверное, лучше весь оббежать этаж. Если ничего тут не будет больше, тогда пойдем туда уже. 5 чемпионы они эти. Хорошо пробивают. Ага.
Ну. Да, тут похоже, да тут и ничего нету. А, вот это, по-моему, называется острые руки. Штука. Да, 2.15. Блять, чё я его раньше не нашел? Сейчас бы Чарси отнес бы. Ну ладно. Ладно, спускаемся ниже в тюрьмы. Хер ли делать? А где тогда выход? В монастырь. Так. Твою мать. Я дверь закрыл случайно. Все, пошли. Под курсой, под этой я... Пас. Где там они? Вот они. Использует холод. Ну. Пока замешиваться не будем с ними. Ой, не-не-не-не, я пошел. Не хочу, меня сейчас там положат, блядь. Треснувший пояс. Только сейчас заметил, что она в упор не подходит, чтобы бить. Она стоит с дистанции, попадая своими катарами. В одной клетке, наверное, от них. Третий уровень тюрьмы. Ой. Придется опять оббежать этаж. Ну, до боя с Андариэлью. Я думаю, еще уровень я подниму. Это будет 15-й. Весьма неплохо. Следующий у нас когда... Плащ теней, вот это еще, ослепляющий ваших врагов. Ну, нет. Или да. Воин тени 18-й. Отсюда мне вот эту бы штуку, щит лезвий. Вплотную для боев самое то. Мне кажется.
Так, снова пусто. Мне кажется, что и на этом этаже тюрем не будет ничего. Надо будет спускаться на третий этаж. Я посмотрим сейчас. А, ну чё смотреть, да? Нифига тут нет. Я уже обошел все эти дверки. Ладно. С одной стороны, это хорошо. Больше врагов бьешь, что-то падает с них, опыт идет. Эти обезьяны черные, блядь, чертятки. Во внутренний монастырь. Так, вот все, пришел. А вот и телепорт, катакомба осталась. Но я там еще не был в катакомбах. Добрый день. О, по привычке свиток взял. А я думаю, Андарея люблю как есть, в таком шмоте, из всего, вот как есть. А потом надо будет на второй акт что-то менять уже, думать. Что ты будешь делать? Стой! Блин, как я ненавижу вот этих мерзких гадов, которые убегают от тебя. Ударили и убегают. Там в одном было, блин, как Head and Shoulders, ёпта. А, я у гида, кстати, выиграл вот такие сапоги. Херня вообще стояла какая-то. Ну где ты? Иди сюда. Иди. Костный прах. Иммунитет чего? К чему? К яду? Вообще, конечно, это скелет. Какой яд? Как может скелета отравить? Как его, в принципе, можно? Холодно. Защита от магии, там, ну, опасно. Козюльками этими кидается. Соплями. Так, ну не, надо их разделить, эту патю. Со всеми сразу драться я не хочу. Они не разделяются. Тоже не хотят. Ну ничего, сейчас выманим сюда. И все. Давай, идите сюда.
один замораживает, другой поджигает, блядь. Так дело не пойдет. Все. Лечебное зелье. Да, 15 уровень. Да, перейдем в лут Галейн. Кто? Ладно, что, тут все. Поперли в этот катакомбу. Мне здесь не нравится. Бардиш. О, пошли. Они сами вообще не агрились на меня. Паучок. Ну, они что-то вообще не агрятся сами по себе. Странно. 42% шанс блокировать атаку при использовании двух когтей. Неплохо. Интересно, а в PvP, если играли ассасины, они тоже эту штуку качали на максимум? Какой там шанс, интересно, заблочить? 80-90%, наверное. Тут 20-й, по-моему, уровень навыков. Интересно. Да, на 10-м, наверное, будет 50%. Ну, может, 60-70% заблочить. Ну, магию, наверное, конечно, она не заблочит. Какой-нибудь там огненный шар. Ну, а кто вблизи дерется, почему нет? Угу. Милишников так. Так, ну горение маны — это фигня. Это ерунда. Для ассасинки. Ух ты. Так. Разноцветные, блядь.
нести больше. Почему? Все, что ли? Давай продадимся сходу туда, чтоб могла нести больше. Деньги нужны. Орден приветствует тебя. Эти товарищи. Каменная кожа. Добьем его. Что-то не пойму, а кто их поднимает? Тут нет никого. Неплохой кач. Но надо идти убивать эту гадину. Просто я вот что думаю, если вот этот скилл только блочит тех товарищей, кто бьет оружием, то это хуйня. Если он блочит всех, например, абсолютно, кроме магов, кто там кидает там молниями, тогда это хорошая штука, а так это бесполезная херня. Надо будет узнать у знающего человека, кто собаку съел на этой игре. Ну, благо есть здесь поддержка и онлайн там, то есть в офлайне все функции здесь онлайн работают, квесты всякие там и так далее, сбросы есть, вот эта кнопка тоже сброс есть, Акара со сбросом, поэтому я не вижу проблем. Так, сверхбыстро, ну иди сюда. Давай. Давай. Рвотный волк. Долго бьет, что-то мне кажется, с Андарелью вообще будут проблемы капитальные. 3-10. Угу, смотрите, кто-то там выследил меня, блядь. А ты, да? Воруют здоровье. Я помню, когда мы в прокате играли, клуб компьютерный, с другом садились на ночь играть, проходили вдвоем по локалке. Золотое было время. Мне очень нравилось играть. Мы зачищали все. Я играл волшебницей, он играл паладином. Это год, наверное, 2004-2005, что-то такое.
Самый разгар Диабло, самый что ни на есть. Все в нее играли, даже кто не любил. Вот. И мы защищали все локации. Мы прокачаны были, сильные. То есть был у нас весь смешанный дамаг физический и элементальный. Никакие мобы не могли, то есть, избежать. От чего-то там они сопротивлялись, но что-то контратаковало их по-любому. И так помню, мы договорились, что все исследовали, все зачищали. У нас ни одна живая душа не уцелела. Даже на локациях вот есть, то есть не обязательно к зачистке, там пещеры, мавзолеи. Мы в них заходили и чистили их подчистую. Так, все что ли? Четвертую убейте Андариэль, да. Ну, я думал еще этаж. Хорошо. Добрый вечер. Может, справлюсь. Надеюсь, по морде она получит. Чистим помещение. Чтобы в бою никто не мешал. Так, наверное, надо было взять банки противоядия. Давай возьмем парочку. Орден приветствует тебя. Защита от яда выпил, поднял. Сейчас перед боем бухнем вот эту, блять, телепорта нету. Все, обратной дороги нет. У меня один шанс сейчас сразиться с ней, все. Куда ты, старик? Иди сюда. Так, вот она.
уходим отсюда. Уходим, 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 уходим. Куда-нибудь сюда. Понятия не имею, по какой причине вылет произошел. Я в игру перезашел, добежал до Андариэль. Весь этот путь через катакомбу купил банку. Это, ну и сейчас будем с ней сражаться. Она тут. Вот она. Стой. А почему так медленно восстанавливается ХП? Ух! Вот так, да? Короче, надо от этой зеленой фигни уворачиваться каким-то образом. Приветствую. Так. Стоп. Пару банок сейчас возьму сразу. Чтобы сопротивляемость какая-то была хотя бы. А как от нее уворачиваться, если она на всю карту бьет? Угу, стоп, давай-ка сделаем вот так. Оружие и опасное, остальное что-то она вообще какая-то слабая. Готово. Портальчик. Так, подружись со смертью, Андариэль. К Вариеву вернуться. Хорошо. Вернемся. Это и правда. Да, да, да. Добрый день. Очень быстрое восстановление после удара. Неплохой такой поясок. Так. 17 уровень. В любом случае качаться еще. Ну что, Варев готов. Караван готов. Лут Галейн. Добрый день. Благород. Джирин, да? Хорошо. Ну все, теперь есть. Приветствую! Теперь есть Лут Галейн. Я много.
Добрый день. Новые торгаши. Постой немного и послушай меня. И так далее. Ну что, здесь я тогда не... закончу серию, я за кадром. Хотя подожди, закончу серию. Мне наемник понадобится отсюда. Какой-нибудь защитный. Я могу поспорить. Можешь, да. Так, нанять. Боевой защитный. Вот защитный мне нужен. 14 уровень, Розан. Сразу берем. Что он умеет, интересно. В Resurrected'е прописано, что каждый наемник умеет, какие он скиллы применяет в бою. Ну, тут как раз места бы хватило и описать его. Ну да ладно. Он какие-то ауры делает, 100%. Так, здесь тогда закончим серию. Я пойду на графиню еще побегаю за рунами. Может, добью уровень там на ней, фиг его знает. Ну и чё? Надо будет новое оружие ставить. Вот эти вот когти. Так понимаю, они лучше. О, пожалуйста. Это мне. Кажется, уже можно собрать сет, вернее, слово рунное, насколько я помню, это тал и эт, вроде. Да, скрытность называется. Вот, пожалуйста. У меня такая тоже была волшебница в Resurrected'е. 17 уровень нужен. С ней можно весь нормал пробежать спокойно. Такую еще одну собрать надо наемнику будет в идеале. Наложение заклинаний, очень после удара, от яда, регенерация маны. Крутая вещь. Вообще, конечно, если бы я играл, наверное, сам, не на запись, я бы в первом акте еще бы задротал бы, бегал, качался, докачался бы, наверное, до этого 17 уровня. И уже в этой броньке Сандарель бы сразился. Ну да ладно. Вот, все, на этом все. Спасибо всем за просмотр большое. Не болейте. Всем пока.